Йоу-йоу-йоу, всем привет, это канал Базука. У меня тут хорошая новость, мы начинаем игру. Начинаем прохождение, точнее, игры. Такой, как Doom Eternal. Против всех Давайте сейчас исчадий из послушаем глубин засранников. преисподней. Против всех нечестивцев рода людского. А потом расскажу Против уже всем, что там. легионов Я не думаю. выстоим. Тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. В общем-то, давно уже приобрел себе эту игру и решил, думаю, все-таки надо пройти, поиграть. В первую часть я тоже играл, но до конца, по-моему, не прошел, не помню. Ну, первую часть, грубо говоря, не самую первую часть, а первую часть предыдущую перед этой частью. Которая там вышла, я не помню, в 15-м каком-то году, что ли, в 17-м году. Ну вот. А в связи с последними новостями, это, значит, покупка беседки фирмы Microsoft. Теперь беседка принадлежит им. И плюс выход обновления. Сегодня вышло обновление. Ну, не то что обновление, а вторая часть DLC к этой игре. Поэтому здесь ждет нас полностью пройденная кампания и плюс еще два DLC. Точнее, одно, оно просто в двух частях. В настоящий момент захватчики контролируют почти две трети планеты. О, Мазон попер. Давай, Думгай. Мы заберинговали жреца преисподней. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. И вы их не страшит воинство. Хорош, вот это нормальные люди. Печать зверя приводит их в ужас. Ой, ну Музон хороший попёр прям, ой. Давай, давай, надо даже погромче сделать наушнички. О, хорошо. Нет, 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 спасите, спасите нас! Погнали. Doom Eternal. Детка. Так это я, да, я-то я. Я заберинговал жреца. Метка на индикаторе. Так, а подкаты тут можно делать? Ага, зверские убийства. Нажмите R3. Понятно, это все как уже было. Оп, и мы получаем за зверские убийства. Получаем здоровье. За зверские убийства получаем здоровье. О, хорош, хорош. Опа-на. Бензопилочка. Так, нажмите квадрат для мгновенно распилить демона и пополнить боезапас. То есть это, когда мы распиливаем бензопилой, нам падают патрошки. Это хорошо. Так, тут есть еще же, наверное, этот сетевой режим, надо будет тоже его как-нибудь опробовать. Помню, вот в предыдущую часть я играл в сетевой, мне нравилось, она чем-то напоминала мне... Она чем-то напоминала Quake, ну вообще, в принципе, это же игра такая старого, как сказать... Не поколение, а вообще, точнее, вообще, да, наверное, родилось поколение старых игр. Как Quake, как Doom, потом еще был Unreal Tournament. Так, что тут такое? Руководство по выбору модификации оранжевый. Это экран на выборе модификации оружия. Воспользуйтесь мод-ботом, чтобы открыть модификацию для оружия. Стрельба очередями, бомбы или пучки. Ну давай бомбы или пучки откроем. Это, я так понимаю, альтернативная стрельба. У дробовика будет альтернативная стрельба, да? М? 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 Да.
разрубили. Они так хуйняют вообще нормально. Так, вот патроны нужны. Блин, нифига не шпыняет вообще, у меня уже хп нет. А это уровень сложности не самый последний, кстати говоря. И даже не самый средний. Оружие говно, походу, да? Какой-то дробовик. Тут есть интересная двухстволка? Мне двухстволка всегда бы не нравилась. Распилите нахрен кого-нибудь. Все, давай. Расчлененочка есть. На, хорош. Ой, хорошо как, а. Патроны очень быстро кончаются. Так, и бензин кончился, кстати говоря. Так, сейчас снизу все обычно. А вот и бензин. Для бензопилы. Так, нам бы еще патроночек найти. Хотя бы чуть-чуть. А вот патрон. Так, это взрывается все, это я понял. Хорошо, это усвоили, бочки взрываются. А эти нет? Ага, эти нет. Так, куда нам идти? Сюда прямо, да? Погнали. Это что такое адские баржи? Прочитать. Адские баржи. Возвышаясь на плечах могучих врагов, жрецы преисподней командовали вторжением мир смертных. Раб, плененный титан, преисподней приносил храмы жрецов к боевым рубежам. Ага. Просмотр изображения. Ну вот, плененный раб, который несет храм. Я так понимаю, мы в этом храме сейчас и находимся. О, это жрец, наверное. Моя душа под защитой. Вы не можете. Опа. Хорош. Задушил. Ха-ха-ха, не, он голову ему оторвал. Нормально, тут корону поправил. Вот жесть какая, вот это жесть, вот это я понимаю, вот это вот мясо. А если что, это все выдумано, так делать нельзя. Нельзя так делать, нельзя взять так просто голову оторвать. Вот, нельзя. Только в игре, о, смотри, видишь? Преисподний ликвидирован. Уранил, видишь, храм. На 36,8%. А вот он этот. Ага. А вот он этот. Да хорош, ты что там, блин, все дичь, так здесь я знаю. Блин. Что какая-то запись. А, запись из архива Веки. С каждым днем темп продвижения адского воинства растет. Большая часть землян погибла в первый месяц сражения, когда практически все оборудование на земле пришло в негодность. Силы преисподней столкнулись с ожесточенным вооруженным сопротивлением. Так удалось выиграть достаточно времени, чтобы выкурить часть мирного населения, многочисленные убежища, изолированные от внешнего мира. Однако демонов становилось все больше, и одно за другим эти убежища были обнаружены и уничтожены. Большая часть земной поверхности стала непригодной для жизни из-за заполнивших планету сил преисподней. Короче, вот это все я читать не буду. Кому интересно, тот почитает, поставить на паузу. А, о, еще одна модификация. У нас вот это не открыто. Давай еще откроем вот это. Стрельба очередями. Хорошо. Так, а как очередями стрелять? Нажмите вверх. Ага. Ага. О. Это обычно, да? А это очередями. Все, я понял. А что хочу сказать? Значит, что тут произошло? Так, отметка цели указана на текущую цель, понятно. А, демоны из ада решили ворваться
наш мир, на планету Земля. Решили, доворвались. Опа, секретик найден. Найдена игрушка Палач Рока. Хорош. Так, а тут подкат нельзя делать, подкат. Мне вот подкат интересно. Вот если тут еще подкат можно было делать. Ой, блин, я упал. На, хорош, напополам просто разрубил. Вот подкат мне интересно. Уай, хребет сломал. На, ноги отрубил, вообще нормально. Так, еще подкат. Это ладно, надо бы найти. Точнее, надо бы, знаешь, что поменять? В настроечках. Параметры. Управление. Чувствительность по вертикали. Так, это у меня получается чувствительность не движения, а чувствительность обзора нужно. Так, инвентировать, настройки контроллера, демон, палач, вибрация, эффективность, так, сглаживание при обзоре, давай наоборот поставим поменьше сглаживание, наверное, 85, так, автонаведение на цель есть, задержка при подключении колеса, выбор оружия в миллисекундах. Так, ну получается только у нас здесь, давай поставим здесь. На 45 и здесь на 45. Посмотрим. Если что изменим. А, двойной прыжок есть. Хорошо. Так, слабое место Арханатрон. Понятно. Хвост стрелять надо. Арханатрон, ты где? Так, мне патрон нужен. Патроны! Камон! Хорош! Че, значит, с Арханатроном так нельзя, да, впрямую стоять? Я понял. Нифига они меня там обложили. Амазон рубит хорошо. На трон, ты где? Патроны кончились, блин. Вверх на трон-то этот. Патроны! Бензопила, патроны! Сейчас умру, сейчас отъеду! Да в смысле ты застрял? Да как? Да ну не, ну что это такое вообще? Нет, конечно, все-таки на мышке было бы, наверное, мне кажется, гораздо удобнее и быстрее играть. Я не понимаю, почему подката нет какого-нибудь быстро, да, там подкат. Может он есть, он что-то просто не открыл. Хорош, ты стреляй. Сюда нельзя запрыгнуть. Бери его давай. Во. Вот опять патроны кончились. Да что это такое, блин? Ну и все, смотри, вообще ничего не могу сделать, блин. Ни патронов нет. Где там эти были? Для бензопилы-то. Где? Так, патроны. Ага, хорош. Лечение.
Да, опять патроны кончились. Что это такое вообще? Я не понимаю, куда девать патроны-то все? Дайте патрон. Как я должен сражаться? Ни патронов нет, ничего у меня нет. Вон есть патроны есть. Ну что, 8 патронов. Не понимаю. Почему так мало патронов тут? Да, достигнута контрольная точка, отлично. Это нам куда? Нам туда нельзя запрыгнуть, да? Нам сюда. О, новая пушенция. Так, нажмите R1, чтобы переключить следующее оружие. Угу. Так, это селектор, ага, я понял. Так, ну это автоматик по-любому, да? Это по-любому автоматик, как ни крути. Это что такое? Использовать. Фотографические посты. Так, психика зашить пост. Вы откроете всю карту. Ага, это я карту могу открыть. Все, понял. Есть контакт. Карта это хорошо. Так, патронов бы вот нам бы вот тут не помешало. Да побольше. Патроны самые главные. Во, вот эта пушка уже нормально заходит. Вот это хорошо. Так, а что тут? Секретик. Бронька. Это хорошо. Так, нам надо запилить под кого-нибудь бензопилой, чтобы патроны собрать. Ой, там опять этот вон наш кинотрон, блин. Так, ну-ка, где мой там второй вот этот блок? Ну-ка, на гранату, хавай. Так, нам нужны патроны. Патроны. О, хпшечка тоже нужна. Да, здесь поднимаем. Так. Там где-то через верх можно, да, сюрприз собрать. Секретик, секретик, сюрприз. Да, сюрприз, лови. О, хорошо растоптали. Ты что, живой? Ну, ты сдох уже. Хорош. Оглянитесь вокруг, посмотрите. Как красив, созданный над... Офигенно красивый мир. Молодцы, разработчики прям постарались, создали очень хорошо красивый мир. На. На. Хорош. Так, нам куда? Нам сюда, да? А здесь что? Желтый доступ. Здесь нужен желтый ключ. Тут долго будет стреляться, нет? Бух, прям в рожу. Ну. Минус. Так, здесь аптека есть. Блин, а там что? О, жизнь одна, да? Или что это такое?
Так, насчет секретика мы так и не нашли там вход. Куда там надо зайти, чтобы секретик забрать? Здесь тоже нельзя подняться, да? А здесь? Здесь тоже некуда идти. А может быть, я знаю, как надо зайти. Вот сюда, наверное, подняться. Угу. Нет? Нет, не сюда. А как туда-то добраться-то? А, мы что, здесь? Ну, я хочу секретик получить. О, точно. Нашел. Блин, в смысле я не туда спрыгнул? Подожди, надо секретик забрать. Раз мы уже нашли путь к этому секретику. Надо уж точно его забирать. Ага. Есть контакт. EMP. Так, надо обращать внимание. Тут, видишь, есть стены, которые можно разрушить. Надо на это обращать внимание. Так, потрошки возьмем. Что тут внизу есть? Лава. Ну все, тут уже все позахватывали, уже всю территорию забомбили. Уже везде тут прибыли. Бух. Но! Так, цепляйтесь за неровные стены, нажимая R3, чтобы карабкаться по стене, используйте движение. Также вы можете осмотреться, если следующий прыжок. Хорошо. Все ясно. Мне бы бензопилу бы зарядить. А вот смотри, здесь стопудово стенка разрушается. Так, дополнительные жизни. Читать в кодексе. Дополнительные жизни. Если вы погибнете, дополнительные жизни медленно воскрешают вас. Если у вас не осталось дополнительной жизни, вам придется загружать сохранение. Так, а сохранение я могу тут? А, нет, только контрольная точка. Все, я понял. Надо тогда беречь жизни. Надо беречь. Это валяется. Какой-то робот. А вот там что, нет сверху? Ничего? Ладно, погнали дальше. Вообще игра быстрая, динамичная. Тут нельзя стоять на месте, вот это вот осматриваться. Но здесь просто столько всего подобавляли, что, ну, волей-неволей хочется везде все осмотреть и ничего не пропустить. О, желтый клин. Отлично. Как ты вовремя появился, на. Что там, еще кто-то появился? На, гады. Это что такое? Очищение земли – необходимый шаг к светлому будущему. Блин, а что за хрень стреляет? Ёлопал, а? Блин, у меня нету ни припасов, ничего. А, этого я не распилю, получается. Ну все, конец мне. И тут нет патронов, да, никаких. Ну вот как? Чего я не понимаю, что? В чем проблема с патронами здесь вообще? Не, ну тут это нереально. Это проблема с этими патронами, это вообще бред какой-то. Прям бесит.
Так, жизнь дашь? Жизни дашь? Отплевать. О, жизнь. Хорошо. Еще жизни, хорошо. Так, хорошо. Патроны есть, аптечка большая есть. Хорошо. Так, сейчас, тут надо очень резко перемещаться. Бежим. Патроны. Так, вот эту штуку все давай. Даешь? Что даешь? Так, точечная стрела. О, слушай, вот это вот надо. Будем сносить эту пушку, этому фигне этой. Угу, прокачаем. Отлично, оп. Снайперка. Так, ничего не пропустили? А не, вроде ничего не пропустили. На секреты забьем. Хрен, короче, с ними вообще. Если так тут все искать, это мы будем очень долго проходить. О, вот это можно собрать патроны. Патронов тут крайне не хватает постоянно. Опа, насики, осколочная граната. Нажмите L1, чтобы запустить гранату, которая мгновенно взрывается при попадании. Отлично, я понял. Осколочная граната. Есть контакт. Так, слабое место какодемон. Какодемон — мощный демон-воитель, кусающий жертву в ближнем бою. Если вам удастся попасть под пасть какодемона бомбы или пушку, или осколочную гранату, вы тотчас оглушите. Ага, какодемон, да? Где он, какодемон? И чё? Не понял. Как я тут должен долететь-то? Что это за хрень? А, всё, долетел. Хорош воевать. Прекращай. Перестань. Ну! Глазницу ему вырвал. Хорош, блин, музон рубит вообще. Я тут, смотри, как пошел. Знаете, главное, что патроны были. А патроны будут. Надо не забывать про патроны. Не слабо. Хорошо. Отлично. В смысле? Блин, он все бегал за мной, да, до сих пор? Опа, еще один вырвался. На свободу. Так, патроны. Хорош. На тебе в глаз. Отвали. Так, патроны есть. Еще патроны. Слушай, ну неплохо, неплохо. Надо просто подпривыкнуть к управлению. И скольжение я бы все-таки добавил бы в эту игру, скольжение. Но без него как-то не идет, не клеится, не клеится. Так, еще броня у нас тут не вечная, не полная. Плюс, наверное, еще нужно все это дело прокачивать как-то. Скорее всего, есть какая-то прокачка. Так, там что, куда? А вот еще патроны.
А все, видишь, у нас патронов максимум. Максимум. Это 60 патронов. Конечно, нам не будет хватать 60 патронов. Что за дело? В такой игре должно быть патронов 500, а то может 1 500 000 где-нибудь. 1 500 000 мне хватило бы, наверное. Не, хотя может 1 500 000 не хватило бы. Ну, где-то 500 миллионов бы точно хватило. Так что 500 миллионов надо патронов. Ну что, себе с нечистью, да, сражаться? Что тут не разрушается? Погнали. Бум. На. Возьми, все вырвал. Хорош, с этим легко справляемся. Так, здесь как? Здесь куда? Здесь что? Не понял. Я не допрыгну. Мне надо сначала туда. Я туда тоже не допрыгну. Ладно. В смысле? Ага, я понял. И что, кто-то поливает огнем? Блин, нам бы он туда допрыгнул бы. Отлично, отлично, отлично. Теперь обратно. Ага, хорош. На. Написано X. Это, наверное, отсылка к первым частям, там тоже был всегда на выходе написан X. Вот. Что, не будешь пускать кто здесь больше? Опа, опа, блядь, а. Гуляй, Вася. Так, устрелить патроном взять. Так, а что сюда поднялся? Так, попадите в цитадель. Стоп, сейчас патрончики соберу. Знаешь что? Мы там пошли налево, получается, а прямо-то не сходили. Ага, видишь, что-то не взяли. Создание... А, так, запись из архива Веги. Создание комет. Там демонические вторжения, определенные судьбы всей планеты. Терри. Союз нации, совместно с вами, для того, чтобы создать независимую власть. Так, все понятно. Люди сражаются против демонов. Ну что тут читать? Ну что? Тут это понятно. Позвали Дунгая, который жил в космосе, прилетел, у него супероружие. Все его боятся, эти демоны. Уже не первый раз с ним встречается, он уже тоже тут все знает. И вот этих делом, ты же сейчас там надо лежить не воровать, и вот надо там кого-то часть отделить, что это все решили, что считать, куда прыгнул, там стенка была, ну ты же просто надо вот так вот карабкаться, ну может что-то не понятно. Ну, все понятно. На, давай, на, лови, бум. Дум-бам. Хорош. Забил. Ты тоже. Нужно жизни. Хорош, вот это вкусняшка. Распилить напополам. На тебе в грудинку. Так, а что не запрыгнул-то? Патрон нужен. Где еще? Где? Да. Кто? Где? Ох, музон рубит. Хорош. Просто прям. А вон я вижу, там смотри, что. Нам туда надо. Нам туда нужно. Давай, залетай.
Ай-яй-яй, не долетел. Хорош. Порвать. Где эта хрень? А попасть к вагу. Хорош. Патроны кончились, а? Да что ж это такое? Хорош, уже эти самые опасные пока что. Опа! Все, можем продвигаться дальше. Хорошо. Хорошо, спокойно, спокойно. Так, главное патроны, следи за патронами. Ну, как целить его патроны, надо взять. Хорошо. Давай тут не шмаляй, расшмалял. Так, сюда не ходили. Нет тут ничего, да? Хорош! Есть! И вот эти стреляют в первую очередь валить. Были патроны где-нибудь, нет? Видишь, 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 где патроны? Видишь? Не вижу. Нет, по-моему, ни одного патрона. Нигде нет патрон, нет патрон, патрон нету. Там наверх нету, ничего нет. Все, нет. Все, продвигаемся вперед туда. Тут опять шмаляет, опять тут это. На, хорош. Ну-ка, патроны давай. Стрельнули. Так, 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 так. Срочно, 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 срочно. Так, ни патрон, ни фига. Кто еще шмалял? Нам нужны жизни, дай жизни. О, хорош. Трансозидательница рядом. Она внутри цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Ой, кто это там? Кто это, кто это, кто это? Босиха? А у меня патрон нет. И что я там буду делать? Ну погнали. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Сборище, место. Сборище жрецов преисподней. Ага. Прямо над нами имеется лифт. Лифт, лифт. Где лифт?
Так, сюда не пройти. Только сюда можно. Вот демоны, а? Вот, вот все-таки в аду там у них все происходит. Никакого порядка, а? Так, быстрое перемещение. Быстрое перемещение позволяет телепортироваться в любую посещенную точку на карте. Используйте его для того, чтобы собрать пробующие проблемы, добавить, добить уцелевших врагов. Быстрое перемещение. Так, из записи из архива Диак Ниокс. Это тот, кого мы убили, походу. Так, Диак Ниокс, один из трех жрецов преисподней, направляющий вторжение ада на землю. Ага, понятно. Один из жрецов, которого мы уже убили, его нет. Он сюда. Там присутствует Кан-Созидательница. Но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Не понял. Угу. Осталось два жреца всего, да? Третьего-то я завалил. Как это возможно? Никто живой не мог пройти врата, только... А, вот он, голова. Это ничего не изменит. Мир будет принесен в жертву великой Кан-Созидательнице. Источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных. И даже ты не спасешь их от воздаяния. Чё-то, мне кажется, вы ошибаетесь, ребята. Не смей вмешиваться. Это шанс человечеству на искупление. Послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Ты знаешь, ведь ты сам карал ослушников. Так, приспоучен светопреставление. Это получается, мы прошли первый уровень, да? Зажмите, чтобы продолжить. Так, сводка, исследование 9.13. Не все собрали. Модботы, кодексы 2 пропустили. Ну, игрушку, чит-коды. Чит-коды, награды. Получено 20 500. А это что такое? Это типа боевого пропуска, что ли? Ладно, я понял. Хорошо, так. Сохранить и выйти, зажмите, чтобы продолжить. Давайте зажмем продолжить, посмотрим, что будет дальше. Так, чит-коды, советы, развитие. Играя с чит-кодами, через меню выбора задания вы не теряете доступ к игровым возможностям. С помощью читов вы можете выполнить задание 100%. Чит-коды временно отключаются в битву с врагами палача. Получается, чит-коды нужны только того, чтобы выбивать какие-то всякие призы там, да? То есть это как бы не читерство, да? Отсутствует возможность обнаружить второго жреца. В небесном локаторе не хватает одной детали. Какой? Нам понадобится замена. Ликование порвал назначен. Я переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Что за изрыгатель пламени? О, новая пушка? Да ладно. Как взять-то его? Изрыгатель пламени. Это еще что такое? Так, нажмите треугольник, чтобы поджечь врагов. Загоревшиеся они начнут ронять осколки брони. Убивайте плачущих демонов, чтобы получить больше осколков. Ага. То есть, получается, поджигая, я буду получать броню с ним. Хорош. Добивая горящих, еще больше будет, да, броня? Я понял, слушай, это прекрасно. Вот эта вещь очень хороша. У нас теперь будет бронь, да. Так, получите кристалл стражей. Руководство по кристаллам стражей. Это экран выбора кристаллов стражей. Кристалл стражей навсегда увеличивает максимальный запас здоровья, брони и боеприпасов.
Блин, вот это то, что нам нужно. Вы можете выбрать улучшение, увеличить ваше здоровье, броню, броню. В каждой категории есть 4 улучшения. Здоровье. Так, при выборе улучшения в этом разделе показан текущий уровень улучшения вашего здоровья, брони и БТС. А также как улучшить позволяет не соответствующей категории. Ага. Получив 2 связанных улучшения, вы откроете дополнительное улучшение. Не забывайте о нем, когда решаете, как лучше использовать кристаллы стражи. Так, получается. Ага, термитовая присадка дает нам боезапас. Угу. Это дает нам здоровье, быстрый изрыгатель пламени. Это дает нам броню. Так, а у меня сколько кристаллов? Как посмотреть, сколько кристаллов? О, по-любому боеприпасы точно надо прокачать. Это вообще как пить дать. Так, кристальная лихорадка спаутит. Улучшение здоровья, брони, боезапаса, также все открыты дополнительные улучшения доступны сразу. Осматривайте местность, поиск кристаллов стражи, улучшающих вашу способность. То есть надо искать этих кристаллов. Так, ладно, боеприпасы это хорошо. Пока по здоровью тоже вроде все хватает. Что тут еще куда можно сходить? Пока вроде бы нельзя. Так, это мой дом. Понимаю, да? Это мой дом, это моя... Типа моя крепость. Мой дом, моя крепость. В космосе. Прикольно. Мой дом, моя крепость. Тут потом, наверное, все это дело откроется. Можно будет везде побегать и прокачивать. Вот самое главное, это прокачка. Ладно, что, давайте тут тогда остановимся. В следующей серии начнем уже по новому заданию. Все равно мы не успеем сейчас его пройти. А телепортироваться тоже не будем. Останемся здесь. И в следующей серии продолжим. И вот на такой красивой ноте, на вид на землю, захваченную демонами, мы заканчиваем. Так что всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пожелания. Всем пока!